Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Антил. Сегодня я вам расскажу о Арсении Треноженко, также известном как Сеня. Итак, поехали. Треноженко Арсений Сергеевич родился 3 января 1989 года в Львове. Бывший профессиональный украинский киберспортсмен, известный под ником Сеня. Киберспортивный комментатор, стример и ответственный за организацию видеоматериала в дисциплине Counter-Strike Global Offensive у Сигеймингой команды NATO Сминцах. Окончил школу номер 17 в 2005 году. В этом же году поступил в Национальный университет Волжская политехника, факультет прикладной математики. Играет в компьютерные игры с детства. С его рождения в семье был компьютер. Сначала это были разножанровые игры, не требовательные к системным характеристикам компьютера. Pac-Man, Heroes of Might and Magic. Также с детства Арсений посещал занятия по английскому, дзюдо, карате и плаванию. Первый турнир Арсения, связанный с компьютерными играми, был турнир по игре Need for Speed Porsche Unleashed, куда отец привел его компьютерный клуб NASGUL, самый большой компьютерный клуб Украины в 2000-е годы, где он зарегистрировал Арсения на турнир, хотя Сеня и не занял призовых мест. Он увидел этот клуб, откуда и началась его киберспортивная карьера. Свои первые шаги в качестве киберспортсмена Сеня сделал все в том же клубе NASGUL. В то время Арсений играл под ником Есенин. Это было, скорее всего, связано с тем, что он любитель творчества Сергея Есенина. Первым коллективом, которым начал серьезно играть, была львовская команда Нумбас, в составе которой Есенин стал чемпионом Львова, а следственно и всей Западной Украины. В 2009 году Арсению предложили перейти в новую команду Керчнет, где он познакомился с Сергеем Стайксом и Щуком. В том же году Керчнет забирает золото на ASUS Cup Winter 2009. Спустя некоторое время после победы Есенин выгоняет из Керчнет, его знакомится с Данилом Зевтисленко, который привел команду Фросто. В 2009 году с помощью известного ветеранта Михаила Мурата Жумакевича, известного как Арбалет, основана команда Арбалет Ейс, со временем переросла, которая на Пустынце. В это время Есенин меняет ник на Сеню, упрощенное от Арсения Есенина, написанное на Лид. Именно в составе Нави он добивается наибольших успехов. В частности, команда впервые в истории мирового киберспорта выиграла 3 главных турнира за один год. Intel Extreme Master, Electronic Sports World Cup и World Cyber Games 2010. В 2013 году Арсений объявил об окончании карьеры киберспортсмена. Уход двух игроков команды по комитету администрации. Многие из наших фанатов разуверились в коллективе, и результаты на последних турнирах представляли желать лучшего. И до этого, нужно сказать, что Антон Кубатин Колесников покидает коллектив. Также главы команды в составе НАТО Сминцах заканчивает Арсений Сеня Треноженко, который, тем не менее, остается в организации и будет задействован в новых проектах в нашем перспективном клубе. Сам Сеня сказал о своем уходе так: «Я сам решил устраниться от процесса, который происходил на нас все сверху. В итоге мы имеем состав пиарата. Мне он надоел на протяжении 11 лет, доказывая, что я лучше. Хочется попробовать себя новым амплуа». Итак, на этом я буду с вами прощаться. С вами был канал Антил. Всем удачи, всем пока. Пока-пока.